Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня у нас абсолютно незапланированное видео. Я снимаю на свою экшн-камеру без студийного света, без нормального привычного макияжа. Единственное, накрасила себе губы для того, чтобы вы могли вообще мой рот идентифицировать. Все потому, что мне буквально только что пришла моя долгожданная посылочка с iHerb. Я просто не могла откладывать съемку, потому что я думаю, что реакция и вообще впечатления будут совсем другие. Поэтому решила сделать немножко такое спонтанное импровизационное видео. Как всегда, я закручу, да? На самом деле, это простая распаковка с iHerb. Вот она какая, тяжелая. Я снимаю напротив окна, надеюсь, света вам хватит, чтобы все рассмотреть. Но я думаю, давайте приступим. Просто уже не терпится. Первое, что мне попадается в глаза, это вот такая вот пачка с орехами. Это обычные снеки, остренькие. Кешью здесь вижу, вижу здесь миндаль, по-моему, даже горошек. На самом деле, обычные соленые, в принципе, вкусные орехи. Самое главное, что они не воняют старым. Это очень важно, потому что вот такие вот масляные орешки очень быстро прогоркают из-за того, что стоит жир. Еще один снэк я взяла, это уже чистый миндаль с медом и каким-то кранчем. В общем, не хочу сейчас сладко есть. Надеюсь, все на вкусное вообще. Вот эту вот большую банку я, наверное, очень долго ждала и хотела. Это на самом деле чистящее, моющее средство на натуральной основе. То есть у него вот эта вот моющая молекула самораспадающаяся, ее не нужно смывать. Органический состав не тестировался на животных, у меня с запахом грейпфрута. На самом деле было бы очень круто, если бы эта вещь была еще и антибактериально дезинфицирующей, но, к сожалению, на iHerb я ничего подобного не нашла. По крайней мере, вот такого вот спрея, который не нужно смывать и который безопасен для животных, я еще там не наблюдала. Я думаю, открывать не буду. Кстати, маленький секрет, я буду скоро снимать свою уборку в новой квартире и обязательно вам расскажу о своих жидких помощниках. Так, и вот эти вот две вещи, собственно, даже три, из-за которых четыре, ладно, из-за которых я, собственно, делала заказ. Класс! Все остальное шло довесом. Я не специально заказывала орехи. В общем, что у меня здесь пришло? Это, как всегда, мой beauty blender, он же спонж, кого раздражает, как я называю спонж beauty blender. Это от той же фирмы Real Techniques. Если помните, у меня уже был такой, его съел Локи очень благополучно. Ну, в принципе, его и менять нужно часто в целях гигиены. На этот раз я заказала такой же, но почему-то он дешевле. Идет в подарок с чехлом специально. Ух ты, да, это пластиковый чехольчик, такие две скорлупки, в котором можно хранить beauty blender. Я, правда, не знаю, как он будет у меня высыхать, он же, в общем-то, закрыт. И там могут жить всякие бактерии. Но, я так понимаю, чехол больше для путешествий, чтобы брать его можно с собой было. Я обожаю эти beauty blender'ы. Спонжи. Как по мне, они вообще идеальны. Недавно я пересматривала свой уход за кожей и решила не жлобиться и раз в жизни взять нормальную косметику для ухода, потому что как бы мне уже не 18 лет, моя кожа активно стареет, это надо признавать, здесь ничего такого зазорного нет, это нормальный круговорот жизни в природе, поэтому я решила позаботиться о морщинах заранее, у меня они уже есть, но, скажем, не настолько еще глубокие, как могли бы быть. Поэтому я себе заказала гиалуроновую сыворотку. Я знаю, что она у многих блогеров есть. И вообще, если брать по рейтингу, она одна из самых популярных на сайте. Это фирма Now Solutions Gyaluronic Acid Firming Serum. Запах просто восхитительный. Пахнет апельсином таким сладким. На ощупь как будто мыльная вода. На самом деле, только недавно узнала, что сыворотка только увлажняет. Наверх ее нужно наносить обязательно крем, чтобы задержать влагу в коже, как следующим слоем таким, да? В этих целях я, кстати, заказала вот такой вот крем для лица. Это фирма Awino, тоже в топах продаж у них. Ну, я решила не заморачиваться, а брать именно то, что уже проверенное, с кучей отзывов. Это обычный дневной крем увлажняющий с SPF 30. Стоит около 300 гривен, если переводить на нашу. Ух ты, у них здоровая банка, смотрите какая, 74 мл. Мне кажется, это вообще дешево. Очень белый такой крем. Ой, пахнет очень прикольно. Смотрите какой. Похоже реально на солнцезащитный SPF.
такой белесый немножко. Буду использовать, тестировать, как-нибудь вам расскажу поподробнее об этих продуктах. И еще одна вещь, которую я очень долго ждала, и вы, я думаю, об этом знаете. Это спрей для очищения кистей для макияжа, который у нас идет с антибактериальным эффектом. Это фирма Elf, их новинка. У них еще, кажется, вышел шампунь для такого более глубокого очищения кистей. Это такой уже экспресс-метод. Как это работает? Пшикаете на грязную кисточку и вытираете ее насухо об какую-то впитывающую салфетку. Еще в разделе миниатюрок. У них есть раздел с пробниками, я вам советую туда заглядывать, там очень дешево. И в принципе можно перед покупкой все это протестировать, попробовать. Я выхватила вот такой вот крем с витамином Е для лица. Не такая уж и маленькая миниатюрка. Пахнет очень приятно, но будем тестировать. Я думаю, это более зимний вариант. И последнее, что я заказала... Сейчас вы будете очень сильно смеяться. Это три бульона. На самом деле это концентраты для супов. Называются они Better Than Bouillon. Или, не знаю, как читается на английском, бульон. В общем, они с разным вкусом. Это все органические продукты, без химии, без усилителей вкуса, без красителей и так далее. Стоят они 200 гривен. Это одна баночка в зависимости от вкуса. Кстати, они небольшие. Здесь всего 227 грамм. На кастрюлю у нас нужна 1 чайная ложечка. И, собственно, у меня здесь бульон с вкусом лобстера. В общем, морской такой. Второй у меня органическая курица. И третий у меня овощной. Буду пробовать, возможно, покажу вам рецепт во влоге. Взяла, потому что удобно делать супы, всякие зажарки, соусы, например, к пасте той же. Это быстро, в общем-то, должно быть вкусно и натурально. Зачем мне вываривать 4 часа мяса, если уже все, собственно, готово. Еще раз извиняюсь, что я сегодня не подготовленная, не в надлежащем виде. Все очень спонтанно получилось. Вам огромное спасибо за внимание, а я вас всех целую и пока!